Здравствуйте, меня зовут Наталья Вивчарь, и сегодня мы с вами приготовим сезонный осенний напиток индийский раф со специями. Для этого нам понадобится эспрессо, сливки, мед, карри, мускатный орех и куркума. Берем питчер. 15 грамм меда, чтобы было не очень приторно, но была необходимая сладость напитка. Вливаем сюда эспрессо, на кончике ножа насыпаем мускатный орех, карри и куркуму. Размешиваем, чтобы растворить мед. Добавляем 150 мл сливок. Вы можете взять любые, главное, чтобы они были 10%. Мы используем сливки Валио. Ну, для меня они просто очень вкусные и хорошо взбиваются, и очень хорошо себя ведут со специями. Добавляем 150 мл сливок. Все вместе взбиваем при помощи кофемашины и переливаем в стакан. Наш напиток готов, можем наслаждаться. У нас получился очень сливочный, в меру сладкий и пряный индийский раф, как раз для холодных осенних вечеров. С вами была Наталья Вивчарь, до новых встреч!